На этой неделе мы побывали на полях агрохолдинга «Дмитровские овощи», где в самом разгаре уборочная картофеля. Уже треть урожая собрана, и начальник цеха картофелеводства агрофирмы «Бунятина» очень доволен качеством и количеством ключевого продукта агрохолдинга. Состояние картофеля хорошее. Да, вот у нас площадь в этом году 1150 гектар картофеля. И ожидания хорошие. Урожай, да? Выше среднего. Выше среднего. Да, да, да. А сколько примерно с гектара? Ну, средняя урожайность где-то по этому году 45 тонн с гектара. Алексей Кузнецов уже больше 20 лет работает в сельском хозяйстве, и седьмой сезон на Дмитровской земле. По его наблюдениям, этот год один из лучших за все время, что он здесь. Секрет хорошего урожая, по мнению опытного агрария, не только в погоде, но и в правильном научном подходе к подготовке почвы и в качественных удобрениях. Овощи тоже радуют. Как бы капуста наросла неплохая, морковь, свекла. А самая большая культура, вот, которая растет лучше всего в этом году? В этом году картофель. Лучше всех пошел, да? Ну, основное, да. Потом капуста и зерновые. Зерновые тоже в этот год радуют. В агрофирме «Бунятина» серьезно подходят и к работе с сортами картофеля. На четверть это отечественные сорта, и доля российской селекции в семенах агрохолдинга постепенно растет. Так в этом году хорошо себя показал отечественный сорт «Садон», устойчивый к заболеваниям и годный для длительного хранения. В уборочную аграрии работают без выходных, с 7 утра до 8 вечера, весь световой день. Торопятся успеть собрать богатый урожай до начала дождей. Помимо картофеля, на реализацию аграрии холдинга «Дмитровские овощи» уже приступили к сбору ранних овощей и завершают уборку озимой пшеницы. Урожаем зерновых специалисты агрохолдинга также очень довольны. Единственная трудность нынешней, как и прошлогодней уборочной, нехватка механизаторов и разнорабочих. Есть костяк опытных проверенных сотрудников, а вот молодежь не горит желанием работать в поле.